глава Северского района посетил социальные объекты черноморского поселения. В школе номер 21 Андрей Дорошевский проинспектировал ход работ и проверил исполнение своих поручений. В рамках реализации муниципальной программы развития образования на территории образовательной организации благоустроит двор и пройдет капитальный ремонт ограждения по периметру. Однако сейчас начать работы мешают трубы теплотрассы. Ранее Андрей Дорошевский поручил главе поселения Владимиру Жигулину разобраться с этим вопросом, но тот поручение не выполнил. В чем проблема? Трубы вот эти тоже говорили, мы будем здесь благоустраивать. Смотрите, школа же это, сюда же наши поселковые дети, правильно? Для детей же, для своих дел. Почему не сделать сразу красиво, хорошо, предусмотреть все? На территории школы появятся две современные спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон, легкоатлетические дорожки и полоса препятствий. Такой грандиозный проект станет уникальным в Северском районе. Капитальный ремонт идет не только снаружи, но и внутри здания. Начаты работы в спортивном зале. Их стоимость – более 4,5 миллионов рублей. Заместитель по социальным вопросам Марина Номейко отметила, что впереди еще предстоит заняться крышей и фасадом здания. Конечно, большая работа. Мы говорили в прошлый раз с завхозом, что здесь нам нужно будет залатать немножко пока эту крышу. Да. Просто да. Залатать. А мы специально бережно и просили снять крышу. А потом крышу. Уже следующим этапом мы что-то будем делать по фасадной части. Благоустройство территории и капитальный ремонт спортивного зала завершат к началу нового учебного года. В детском саду номер 26 поселка Октябрьский идет ремонт кровли. Зимой этого года в дошкольном учреждении в результате большого снегопада обвалилась часть крыши. Из-за этого пострадала и внутренняя отделка помещений второго этажа. Требовался ремонт. Сейчас рабочие изготовили основание новой крыши. В самом саду заменили оконные блоки. Глава района Андрей Дорошевский проверил качество ремонта и пообщался с подрядчиком.